said you didn't receive. Mike, we all need. That girl is a real crowd, please. Хей Ютубу, хей ВК, с вами я, Волтаря2, и да, сегодня мы с вами будем играть в мод под названием Escape. Да, Escape. Ну, вроде так он называется, там, я помню, что точно был Escape, и да. Это у нас новый мод, то есть он вышел реально недавно, то есть он прям недавно вышел, прям буквально прям недавно. Прости меня за тавтологию. Так, и нам нужно искать оранжевый ключ, чтобы выйти отсюда, сэвера. А мне ж не важно искать, да. Мне ж не особо-то и нужно искать, смотри, я просто могу вот так вот сделать, да? Я ж могу так сделать? Прикинь, не могу так сделать. Чё, я растолстел, что ли? В смысле, на самом деле, я-то сам не растолстел. Мой главный герой, видно, растолстел, если не может вылезти через такую дырочку, так. А, ну да, точно. Ну, это типичный прием. Так, садись, возьми, хорош. Я сказал, откру, от... Чё за нахуй? Почему не могу это открыть? Почему я не могу это открыть? А почему? Почему я не могу открыть этот сраный замок? Что за бредятина? Ладно. Окей. Я вас понял. Я вас прекрасно понял. Автор этого мода. Если ты смотришь это видео, то, пожалуйста, исправь как-нибудь вот этот вот замок раньше. Хотя, возможно, все замки... Посмотрим. Но пока я пока увидел, что как бы сломан только оранжевый замок, и да, исправь его, исправь. Он реально сломан, его нельзя открыть. Так, понятно. Я могу как-нибудь это открыть, или я должен как-то сам это вручную перепрыгнуть. Ладно, давай как-нибудь попробуем сделать это все вручную, смотри. Вот так вот просто. По старинке. Вот сюда вот так берем, ставим это все дело. Смотри, хоп. Оп, и туда сейчас. Оп, и вот так вот все, прикинь. Вот так вот все просто. Ага. Нет, не так уж все просто. Кстати говоря, может подходит сюда? Да нет, не подходит. Это было глупо, но как бы я все равно проверил, мало ли что. Так, ты открываешься? Нет, ты открываешься, ты открываешься. Так, так я проверял, ты открываешься. Нет, ты. В тебе, у вас ничего нет. Так. Кстати говоря, какая у нас там погода, какое время года? Ой, блядь, время года. Время дня. Ну, время дня у нас, судя по всему, вечер. А погода, не знаю, какая у нас там, ясная или что у нас там. Так, ладно, открываем дверь. Угу, лошпету нет, какая музыка. О, плэшзэм, обожаю плэшзэм. Так, розовый ключ. Открой, открой этот сраный... Да не тебя. Мне вот его нужно открыть, понимаешь? Его, да его мне надо открыть, вот тебя. Откройся, откройся. Аллилуйя. Вот я же говорю, что он должен открыться. Вот там по-любому что-то есть. Вот там есть. Зеленый ключ, прикинь, вот я вот так и знал, что его нужно открыть. Так, ты что, ты ничего, ты что, ты ничего. Так, ты что, ты ничего. Так. Ничего. О, да. Обожаю плеерзэм. Так, что у нас тут закрыто, понятно. Понял, отстал. Может, что-нибудь из этого тут открывать, что-нибудь? Ну, просто мало ли что, вдруг что-нибудь открывает, откуда мы знаем. Не, ничего из этого ничего не открывает. Ну, в принципе, это было логично. Так, вешалка, пошла вон. Что у нас тут закрыто, ты что? Ты ничего. Ага. То есть у нас есть выбор, типа, да, пойти в подвал или пойти на улицу. Или, возможно, что-то в подвале лежит. Я не знаю. Я понятия имею. Опа. Прикинь. Сейчас мне вот сюда. И вот сюда. Все, ну, думаю, мне эти уже ключи не понадобятся. На самом деле, я думаю, что мне и этот как бы не понадобится. Так что полностью освобождаем инвентарь и все. Что у нас тут? Тут ничто. Тут что? Тут ничего. Ты где там бег? Здорово, ты что там на улице делаешь? Ты зачем заколотил свой дом и при этом... Чё за логика? Где логика? Где, мать его, логика? Или это я заколотился от него? Тогда в чем смысл искать выход? Ух ты, бля. Ключик. Нашел.
В чем тогда смысл искать выход из него, если я специально закрылся, или то он меня закрыл? А, где логика в этом моде, я не понимаю. Так, давай пока что это откроем. Хорош, так, тут что? Тут ничего. Ну да, ну да, но это старый уже прием. Что-нибудь за кресло по-любому есть, вот. Белый ключ. Вскрываем, вскрываем, я сказал. Да, тут молоточек, молоточек, иди сюда, мой родименький. Тебя вскрываем, я так и думал. И теперь нужно где-то искать красный ключ и желтый. Окей, найдем. Очень на шкафу есть. Шкаф? Нет, на шкафу ничего нет, твою мать. Чем-то подкинул-то так. Тут что, тут ничего. Чем-то с диваном? Нет, с диваном ничего. Значит, возможно, что-то здесь есть. Нет? Ну ладно. А он очень здесь, значит, есть. Я сказал, возможно, что-то. Я сказал, возможно, здесь что-то есть. Нет, там ничего нет. Ну, может, где-нибудь в туалете есть, ну, типа, ну, я не знаю, где еще может быть. Тут. Может, на кухне? Вот на кухне пока что. Я на самом деле мало что нашел, поэтому. А, ну да, точно, стол. Я забыл проверить стол. Это важно. Стол. В столе может быть много. В столе что-нибудь есть? В столе ничего нет. Как так-то? Как так-то? Обычно же все в стол прячут, а в столе-то ничего нет. Как так-то? Разочаровали меня, разочаровали. Ладно, окей. Где мне искать желтый и красный ключ? Я не знаю. Я реально не знаю. Может, им здесь? Уже им за картиной не лежат? Я просто не знаю. За книгами. Да нет, вроде. Под кроватью, быть может. Да не, не под кроватью, вроде. Тут проверял? Да, тут я проверял. Поэтому все картины снесем к хренам собачьим. Может, кто-нибудь открывает? Ты что не открываешь? Не, ничего не открывает. Окей, так, ты что-нибудь открываешь? Нет, ты ничего не открываешь. Может, что-нибудь наверху есть? Запрыгни ты сюда. Ладно, все. Не надо уже. Так. Часы на всякий случай, а то мало ли что, вдруг я что-нибудь упускаю, тут открываешься. Вообще, у тебя что-нибудь есть? Да, там есть лопата, прикинь, там есть лопата. Там есть чертова мать его лопата. Так, тут у нас что? Тут у нас ничего нет, ничегошеньки, ничего. Так, хорошо, давай тогда что-нибудь эти картины, допустим, сбросим. Давай, сбросим эти картины. Ты сбрасываешь, ты сбрасываешь. Вот что ты там... Кстати, подожди, а ведь... А ведь... Серьезно, блядь, ты серьезно? Где логика? Где логика в этом моде? Я просто понять не могу. То есть я должен выбраться, типа, по-честному, значит, да, типа, я должен выбраться, но... Какого хера, подожди, почему там... Ладно. Где логика в этом моде? Этот мод явно не обделен логикой. Вот реально, он не обделен логикой. Потому что я не могу по-другому объяснить, типа, зачем? Зачем? Я ж могу просто уйти так. Почему я должен искать там какие-то ключи, это все? Я ж могу просто разбить окно и выйти. В чем проблема? What's the big problem? Как сказали бы иностранцы. А я и не знаю, в чем проблема. Ну ладно, я пройду как это надо. Ну как бы... Ну просто, ну реально, а где логика-то? Где, мать его, логика? Да ты снимись, ты не снимаешься? Нет, не снимаешься. Не, а реально, где логика? Ты чё там, ОМОНовец сран? Опа, тебя у нас сосед в доме, прикинь, тебя у нас сосед в доме. Вот это да, вот это круто, в скобочках нет, ненавижу. Окей, так. Мы помним, что тут замок не открывается, поэтому просто вылетим. Еще раз, автор, если смотришь это видео, то, пожалуйста, исправь вот этот замок, он реально не работает. Ладно. Может, что-нибудь опять же на втором этаже есть? Может, что-нибудь не знаю. Не, реально, я просто не понимаю логику в этом моде. А, еще, да, вот автор. Слушай, вот слушай. Подожди, я сейчас на кнопку запрыгни. Смотри. Сейчас, вот смотри. Слушай, автор. Сейчас, где это? Это кухня, да, это кухня. Это кухня, да, вот. Автор, слушай.
Исправь вот эту, вот, реально, поставь тут деревяшки. Ну потому что, ну как, ну в чем логика, типа, смотри, тут деревяшки, и тут нет деревяшки, типа. Ну реально, мой главный герой просто может взять, разбить окно и выйти. Типа, я не вижу здесь логики, типа, закрой это самое деревяшками то окно, потому что, ну типа, реально, ну где логика? Зачем мы искали это все, просто может выйти. Типа, ну, это тупо логика. А, вот и подоспел наш любимый, блин, отблок. Ладно, я типа не знаю, я не знаю, куда мне что делать. Что мне делать, куда мне идти, я не знаю. Я не знаю, где мне искать красный, желтый ключ, типа, ну реально. Ну реально, я не знаю. Может, я реально упускаю это, ну типа, ну реально я не знаю, где. Да, не спрашивайте, сколько раз сказал реально просто, ну, ну реально. Может, он тут сверху? Да нет, вроде. Кстати, а может, знаешь, где лежать? Знаешь, где может? Знаешь, где может лежать? А, знаешь, знаешь, нет. Там нет, понятно, все. Тогда уже нет смысла. Ну, подожди, а реально, а где? Где, ну, ну, блин. Ну, это какая-то странная. Как это понимать вообще? Так, ну, слушай, ну, может, я где-нибудь что-нибудь упускаю? Мне кажется, ли он где-то по дому ходит? Ладно, окей. Может, я где-то что-то упускаю? Ну, подожди. Ну тут чё? Подожди, я ж тут проверял уже, почему? Почему это раньше не заметил? Чё за нах? Подожди, может тут где-нибудь и желтый ключ лежит? Я просто лепошара не заметил этого, подожди. Тут вроде нет. Тут нет. Тут может? Да нет. Где может быть желтый ключ сюда? Может где-нибудь вот тут вот где-нибудь? Да нет, вроде нет. Ладно, давай пока что это самое, вот это вот скроем. Да-да-да, уйди, уйди, дверь, дверь, уйди. Ну подожди, а желтый-то где? Я где-то проебал его опять или что? Где можно желтый-то найти? Тут может где-нибудь? Да нет, вроде. А где тогда? Чё, у меня, знаешь, такие подозрения, что его, ну ты видел, я везде обследовал, его нигде нет. Давай еще раз, давай, чтоб я себе поверил, давай вот с помощью газа сейчас сюда побыстрее взлетаем. Смотри. Вот так вот. Нет, тут нету. Не знаю, давай, не знаю, вот ты. Нет, вот здесь нет, вот тут нет. Где еще? Вот тут нет, вас давай даже разобьем, может им тут... Это самое. Она вообще разбивается? Она не разбивается вообще. Мне... Соответственно, мне ничего нет. Потом. Там ничего нет. Вот в столе. В столе, смотри. В столе ничего нет. Вот в столе прям ничего нет. Смотри, он куда-то там вошел. Тихо, 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 ты меня не видел. Вот тут ничего нет. Вообще ничегошеньки. Давай на второй этаж слетаем. Хорошо, если ты мне не веришь. Так, подожди, вот сюда, да. Сюда. Ты где там, Ганди Бобер? Вот смотри, вот тут нигде ж нет, да нет, нигде нет, вот нигде нет, ну реально нигде нет, вот здесь нет, давай даже это снимем, нету, нигде нету, между книгами нету, ну там явно нету, потом что, где, почему, зачем, как-то, ну там нету, ну, давай даже проверим, вот там ничего нет, смотри, давай даже вот этого закроем, нет там ничего, тихо, 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 успокойся, успокойся. Спокойно, на твою мать, Гастап, поди. Задолбал же твой сон. Ну нигде нету, нигде. Знаешь, вот даже давай я сейчас пойду и проверю через редактор. Вот давай, давай даже, ради интереса, соверю. Может тут где-нибудь лежит? Просто мне реально интересно, тут может где-нибудь? Нет. Здесь? Нет. Давай даже проверим. Вот давай. Я сейчас через редактор пойду и проверю все. В общем, ребят, я посмотрел через редактор. Я посмотрел через редактор. И на самом-то деле, то есть я желтый ключ должен был еще раньше заметил. То есть вот он вот тут вот должен лежать. Но как вы поняли, его здесь нет. То есть да, он тут должен лежать, но его здесь нет. То есть его реально здесь нет. То есть он должен лежать, но его здесь нет, ребят. Так что, да. Не обессудьте, ребят, но как бы... Но как по-другому не пройти, да. Ничего не поделаешь. Нихера ты! Нихера ты видал! Ты
что это подловил, что ли? Твою мать, опять что ли? Затолбал уже. Тихо, 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 тихо. Давай, уйди куда-нибудь. Уйди, кыш, пошел вон. Ладно, хорошо, типа, вот мы идем. И вот моделька, немного измененная моделька мелкого пацана. И куда, что, зачем, почему? В дом идти? Вот дом наш. Вот там отсылка на Нео Вонтед, и там на это самое. Тут что? Тут ничего. Жаль, к сожалению, нет. Тут что? Откройся. Тут у нас спальня, кстати говоря. Ну, в принципе-то и все. Подожди, может я какой-нибудь должен скрипт тут активировать? Типа, смотри, вот, все. Не, никакого скрипта не активируется. Может, я не знаю, вот тут что-нибудь делаешь, может. Да нет. Ну, в принципе-то вот и все. Значит, автор этого мода, если ты смотришь это видео каким-то раком, если ты не... Да хотя, в принципе, в любом случае, да твою мать, сраный блок, задолбал уже. В общем, первое, что должен исправить? Во-первых, исправь вот этот замок, он реально не работает, то есть ключ его никак не открывает. Давай даже тебе еще раз покажу. Я сейчас, конечно, найду, вот он, вот, бери. Смотри, смотри, автор этого мода. То есть вот, я нажимаю. Он не открывает. Вот это первое. Во-вторых, чтобы люди проходили этот мод честно, хотя я не знаю, вот вообще его нельзя, походу, пройти. Не знаю, какими досками заложи, чтобы, ну реально, ну типа, ну просто же можно взять, разбить окно и все. И ты, и не нужно вот это заморачиваться, ты просто вышел и все. Так, ну и что еще? А, ну да, точно. Исправь эту ситуацию желтым ключом, типа. Ну реально, типа, я искал его везде, искал, он тут, оказывается, должен лежать. А я сюда кучу раз причем летел. А его тут не было, так что да, вот так вот. Ну и в принципе то все, ребят. Вот такой у нас с вами мод. Кстати говоря, наконец-то, хоть один из новых модов у меня загрузился, реально. Тут хорошо. В общем, да, ребят, вот такой у нас с вами был мод. С вами был я, Apple 3.2. И всем пока!